Привет, привет, мои хорошие. Видите, как я укуталась? Потому что у нас сегодня холодный ветер. 8 градусов, но ощущается как 4. Так написано. Может быть, и меньше ощущается. Ветер очень холодный. Но мне это не мешает выйти прогуляться. У меня даже нос немножко покраснел. Ничего, не страшно. Я далеко идти не буду. Недалеко от дома. Здесь есть парк. Я не раз здесь снимала. Сюда пойду. Смотрите, померанец как растет. Очень много. Здесь такой запах цитрусовых под ним. О, прелесть. У меня свекровь постоянно собирает померанец. И нам тоже передают. Его используют вместо лимона. Кстати, никакой разницы нет, могу вам сказать. Салаты можно его добавлять спокойно вместо лимона. Еду, если вы используете. Но единственное, что в померанце очень много косточек. И все. Больше никакой разницы я лично не ощущаю. Так, вот я уже в парке. Так быстро можно дойти до парка. Я здесь сидеть особо не буду, потому что у нас всю ночь лил дождь, и, скорее всего, скамейки будут влажные. Хотя не знаю. Тут-то деревья, может, так особо и не мокрые они. Просто пройдусь. Потому что сегодня целый день не выходила, и вообще не выходя, все-таки свежий воздух человеку нужен. Так, ну что я все себя-то себе. Я сейчас переверну камеру, буду вам снимать парк. Вот я его 150 раз снимала. Итак, входим. Мне кажется, здесь сегодня народу не будет. Турки не любят холод. Они в такую погоду вряд ли выйдут погулять. А так в теплую погоду здесь бывает и спортом кто занимается, и, естественно, парочки молодые, которые сидят на скамеечках, воркуют. И просто молодежь бывает со школы, кто, может быть, сбежал, а может быть, и нет у них занятий, просто собираются, сидят за столами, развлекаются, общаются. Но сейчас, как вы видите, никого. Пока никого, посмотрим. Может, там ниже есть кто-нибудь. Но мне, в принципе, даже в плюс, что никого нет. Я хотела просто спокойно походить, воздухом подышать. Что я сейчас и делаю. Так, слышу мужские голоса. Откуда, откуда? А, это у дороги. Там парень идет по телефону разговаривает. Парк этот я люблю, потому что он возле дома, до него далеко, недалеко идти. Так, аккуратно надо спускаться, здесь может быть скользко. Видите, дорога какая. Воздух здесь, конечно, отменный, особенно после дождя. Все мы знаем, какой аромат бывает в воздухе. Я вообще люблю запах сырой земли. Еще со школьной скамьи, я помню, мне нравился запах сырой влажной земли. Вчера был очень сильный ветер, очень. Ну, я смотрю, здесь особо ничего не пострадало, только так чуть-чуть веточки попадали. Из-за сильного ветра у нас море вышло из берегов и затопило прибрежные районы. Конечно, пострадали магазины, дома у кого там очень близко у моря. Ну, так бывает здесь постоянно. Ну, не постоянно, но часто, когда идут постоянно дожди. Будем так говорить. Я за 3 года такое наблюдаю не первый раз, чтобы затопили прибрежные магазины и так далее. По-моему, кошечка спит беленькая. Вот она. Вот она там, кыся, такая красивая девочка. Пуся, пуся, пуся. На себе там место нашла, белый комочек. Ой, так, здесь такой спуск немножко крутой. У меня обувь просто скользит. Вот это вот. Та-та-та. Не обращайте внимания, пожалуйста, на мой нос. Потому что, когда из тепла выходишь на холодную
холодное место, ну, на улицу, естественно, нос у меня будет теперь сопить. Так-с. Что-то здесь, по-моему, раньше были. Да. Эти растения холод-то не перенесли, как у меня. А, нет, их обстригли. Их обстригли, и вот новые растут. А мои никак в себя не придут. Ну ладно, подождем весны. Пока не буду я им диагноз ставить. А, никого. Никого нет. Только вороны каркают. И сзади меня какой-то мужчина идет. Такс. Да, и здесь внизу тоже никого нет. Я же говорю, турки очень не любят холод. Знаете, я заметила такое. Единственная мамочка идет с ребенком. Как солнце спрячется, даже если это лето, турки с футболок приходят сразу на что-то с длинными рукавами. Особенность такая. Ой. Вот такое вот место, вот такой парк. Он, конечно, небольшой, но главное, что рядом с домом, далеко ходить не надо. Так. О! Кстати, эти скамейки не сырые, поэтому посидеть спокойно можно. Ну, я думаю, хватит. 5 минут я вам поснимала в парке. Не очень любят зрители вот такого рода видео, просто когда я природу снимаю. Закругляюсь. Привет, мои хорошие. Чикиору. Синица чикиим. Ай-вай-вай-вай. Мой муж со стеклами расправляется. Запотели, мы только вышли от моего врача. Пока 10 минут были у врача, все запотело. Сегодня у нас очень холодно. Представляете, всего лишь 0 градусов. 0,1 градус показывает. Это очень холодно. Где идешь? Чурбая, иджик. Иджис, Амалия. Фаркетмис. Сейчас я хочу, как обычно, супчик. Поедем супчик. Мне нужно принять лекарство. Потом не знаю. Но гулять я сегодня, наверное, точно не буду, потому что холодно. Хотя обещают, к обеду будет теплее. У нас уже почти везде готова дорога для этих трамвайчиков. Самих трамвайчиков не видать. Так интересно, да? 0 градусов и солнце. Солнце очень яркое, но мороз такой. Такой зимний-зимний прям мороз. Вчера я вам говорила, у нас не вчера ночью, а точнее не вчерашней ночью на сегодня утро, а позавчерашней ночью на вчерашнее утро был сильный дождь и ветер, и море вышло из берегов и затопило прибрежную зону. Но никто не пострадал. Люди не пострадали, только имущество, конечно же. Мы сейчас в районе Чанкая. 1500 раз снимала и говорила, что здесь в основном офисы. Офисы не в основном, а 98% здесь офисы. Люди здесь работают в этом районе, то есть. Девчоночки, 19 января, а у меня все еще декабрист не отцвел. Вот где-то поштучно он все еще цветет. Такой вот у меня декабрист. Я надела мужа кофточку, свитерок его. Люблю надевать вещи, которые пахнут мужем. Мои цветочки. Вот эти тоже начали что-то. Что-то он начал капризничать. Не знаю.
Я жду весну все-таки с большой надеждой, что когда я их перенесу на балкон, они все в себя придут.